Там ведут войну не украинцы, там ведут войну не русские. Там с русским миром воюет НАТО и американщина во главе с Лондоном и Вашингтоном. Они давно нам бросили вызов, чтобы одерживать победы, надо быть ракетно-космическим. Я доволен, что ракета «Сармат» удачно полетела. Мы сегодня столкнулись с новой войной. Эта война носит гибридный характер. Все виды – информационная, транспортная, финансовая, экономическая, технологическая, долговая кабала – все надели на шею бедной России.